Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал «Счастливый кролик». И сегодня мы продолжаем охотиться за бесплатными вещами в Roblox. На этот раз я расскажу вам, как получить вот эти вот розовые наушники с кошачьими ушками совершенно бесплатно и быстро. Но перед тем, как мы начнем, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Тогда ты точно не пропустишь мои новые видео. Ну и оставляй свой комментарий. Ну что, погнали? Первым делом заходим в игру. Ссылка на эту игру, как обычно, находится внизу под видео. После того, как мы попали в игру, желтые стрелочки указывают нам направление, куда нам надо двигаться. Так давайте же пойдем за ними. И мы видим перед собой туннель с нашим никнеймом наверху. Не бойтесь ничего, заходите внутрь и насладитесь этим прекрасным полетом. Попав на другую сторону туннеля, вам надо немножко побегать по зеленым кнопочкам, чтобы появилась еще одна зеленая кнопочка, которая находится внизу лестниц. Вот она, я бегу к ней. Прыгайте на нее, и появляется NPC-шка. Поговорив с этой NPC-шкой, вы должны увеличить свой уровень с 1 до 2. Если у вас не будет хватать денег, чтобы увеличить свой уровень, просто подойдите к банкомату и возьмите недостающую сумму. Вернитесь к NPC-шке и поднимите свой уровень. Подняв свой уровень, вы сразу получите бейдж на то, что вы получили розовые наушники с кошачьими ушками. Ну вот и все, ребята, видите, как все делается быстро и просто. Если тебе понравилось это видео, обязательно поставь лайк, подпишись на канал, ну и не забудь про колокольчик, тогда ты точно не пропустишь новые видео с новыми вещами и с моими путешествиями во вселенной Roblox. С вами был Счастливый Кролик, всем добра, пока-пока.